И всем привет, с вами Wage of Sin. Сегодня мы продолжаем играть в игру Lucius. Я решил вам показать вот эту заставочку, где весь срач, который мы должны поднимать, лежит прямо перед ним. Довольно занятненько. Ну что, у нас 13 глава. Начнем, пожалуй. Ожидайку проматываем. Итак, мы вернулись. Продолжаем. И... Верующим нужен я для поклонения. Ты можешь перевернуть меня и стать сильнее. Ну, понятно, кресты. I'm sorry, Lucius, darling. I was just thinking about how lucky we all are. Маман головой тронулась. Все нормально, все так и должно быть. Так, где-то у нас было дохера крестов, это я помню. Наверное, нам куда-то туда надо. Нет? Нет. Вот у нас комнатушка. Ха. Так. Пипец, тут крестов, конечно. О, носки остались. Так, хорошо. Нам надо найти жертву, судя по всему. А вот и она. Так, это вторая горничная у нас, Сьюзан. Она занимается бельем. Ну, здорово. Чё? А, с бельём, то есть прачка. Давайте тогда спустимся в лобби. И вот оно. Прачечное. Тут что-то есть. Но непонятно, что... Так... Ха-ха. Чё, нам её головой, что ли, в машину засунуть надо? Так. Ну, вернись, что ли, тогда. Посмотрим, что ты вообще тут делаешь. Так, хорошо. Давайте проследим. Затем, где она вообще ходит. Давай-давай, топай. То есть ты тупо шаришься у белья. Чё, она может белье закинуть? Не, это было бы слишком просто. Зачем нам кидать белье? Ох ты. И что это было? Ну,
О, кром-машина. Мне удалось сломать стиральную машину. Сьюзен больше не может стирать. Она говорит, что собирается принять душ. И где ты душ принять собралась? А, ну логично, наверное, там, где тебя снимают. Снимали. Странно, обычно в таких домах для прислуги совершенно отдельная ванна. А тут, получается, мы еще и пользуемся одной ванной. Окей. Я типа скрываюсь незаметно. Я тут сливаюсь с местности. Ну ты идешь, нет. Нормально. Итак, крест в ванной комнате уменьшал мою силу. Я перевернул его. Сьюзен идет принимать душ в той же самой ванной комнате. Ну что ж, посмотрим, что можно сделать. Камеру надо, наверное, пододвинуть. Продолжать славные традиции. Сиськи. Так. И чего делать? Фен. Отлично. Ну, дурацкий фен. По-моему, все. Фен окончательно просрал. Все, ты вышла, я ввелась. Блин, я уже думал, перезапускать придется. Ну, что происходит? Ну, как-то так. Вот тусево. Все. This case has aged me considerably, Mr. Wagner. I'm no happier about being back here than you are to see. I'm ready to take a whole new angle on things here. Another accident, right? Figures. I know it's starting to sound like a broken record, but the door was locked from the inside. So that's what it honestly looks like. Although my gut is telling me something else. Just do what you have to do. I honestly believe we've been cursed, and nothing can stop this. I hadn't ruled that out either. I asked the parish priest to come and offer counsel. So you told them to come here. My father reacted quite badly. We need to find your father, Mr. Wagner. I really believe he can provide us with more information. I don't know how much longer... Он уже ничего не скажет. They're asking me questions about a reporter who went missing. He was investigating your family when it happened. Отец у нас лежит в храме жертвоприношения. Так. Он включил музыку. Нужно каким-то образом сделать так, чтобы Уилл ушел из гаража. И что нам надо? Я не делаю туту, не ем обычную еду, ты можешь мной управлять и сигналить, я тоже могу. Ну, понятно, что... Автомобиль! Кыш. Все окей, маман. Ты съезжай потихоньку. Все будет хорошо.
Ну, так как он любит ремонтировать стиральные машины, есть у меня подозрение одно. Чёртов телекинез. А жизнь-то тебя ничему не учит, да? Итак. Теперь он в гараже один. Теперь должна быть возможность подобраться к нему. Давайте подберемся. Как вы вообще еще все не разбежались, дебилы? Я этого понять не могу. Как тачку завести? А что я сделал? Мне надо смочить тряпку растворителем и успить Майкла так, чтобы Уилл ничего не заметил. Нужно включить воображение, что-то придумать. Что? Это он так спит? Ага, хорошо, он спит в другой комнате. Так, судя по всему, нам надо что-то сделать, чтобы он сдох. Что это? Растворитель краски. У нас и без него все получилось. Блин, ну надо, наверное, тачку тогда завести, нет? Так. Нет, нет. Ты чё? Давайте попробуем тут что-нибудь сделать. Ты не умеешь, что ли? Ты туповат? Нет, вроде не туповат. Так, теперь... Что же нам делать-то, а? А, даже так. Я его и без ключа могу завести. Он вообще всегда теряет сознание, когда заводит автомобиль. Ну, очень странно, но ладно. Допустим, что он умер. I was in the other room trying to fix the washer. When I came back, the car was running, and he was lying on the floor. Let me get this straight. You were in the next room and didn't hear the car starting by itself. No, sir. I didn't hear anything over the music. I know how it sounds, but I swear, I'm telling you the truth. Yeah, right. Well, you can explain that to the judge. I'm gonna go get the deputy here. So this is just to make sure you don't go do anything stupid. Правильно. По определению афроамериканец виноват. Ибо нельзя быть таким глухим. Итак. Майкл, похоже, я смогу завести машину с помощью силы мысли, так что Уилл не услышит из-за этой громкой музыки. Выхлопные газы не задерживаются в помещении. Нужно с этим что-то сделать. Это я сделал. Так, опросил Занну. Я нашел скрытую дырочку для подглядывания из рабочей комнаты Тома. Отсюда я могу увидеть ванну. Что, теперь Уилл. Да, все идет по плану. Детектив думает, что Уилл как-то связан со смертью Майкла. Он прикован к полке. Я должен действовать быстро, пока полицейские не вернулись. Я чувствую, как растет и растет моя сила. Уже не важно, увидит ли он мое настоящее лицо. Хорошо, значит, нам надо быстро это все сделать.
Я даже догадываюсь, что. Не зря над ним эта красная канистра лежит. И у меня должны быть спичечки. Спички? Чё не так-то? Как себя поджечь, дурак? Так. Ну еще растворитель есть. Меня видят. Да я ничего и не делал, собственно. Так. Шо? Это понятно. Дубль 2. Спички, значит, мы поджигать не хотим. Давай, открывай. У нас же есть еще огненное умение, по-моему. Вот этого пука нам будет достаточно. И так по-царски ушел просто. Как бог. Я, говорит, поймал афроамериканца, он во всем виноват. Не, вообще видный погреб ушел. Но не тут-то было. What the hell happened here? I left the room for like 5 seconds. Holy shit, is that Will? I just had coffee with him this morning. I can't take much more of this. Теперь с него самого можно делать зерна. We are not going anywhere. Call the paramedics and let them know we have another body here. Так, ну, насколько я понял, здесь глав около 20, поэтому приближаемся к развязке. Поэтому, пожалуй, на этой смерти мы закончим эту серию. Обычно я старался их по 2 штучки сделать за серию. Тут у нас получилось аж 3. Это раньше не могла это сказать? I need you to be calm. I've called the priest for help. If they can't, no one can. You can't still seriously believe that a 7-year-old boy could be behind this. That's what I'm going to find out. In the meantime, stay away from Lucius. Listen, Charles, I'm going to wait for you in the garden with our son. If you don't show up, then we will leave without you. That thing is not our son, and I'm going to prove it to you. Что хорошо, я понял, что ты мне все докажешь. Папа, папа, ты меня убивать идешь? Итак, ну что, как я и говорил, на этом мы, пожалуй, закончим эту серию. С вами был Вячеслав Син, всем спасибо за просмотр и всем пока!